любовь тебе чистая, знай. Будем мы навек счастливыми, знай. Будет время снова встретить. А если вы дальше хотите увидеть клип, переходите по ссылке в описании. Подписывайтесь, смотрите. Не надо, не снимай меня, я тебе еще нужен. Господи, а? Привет, моя империя. Знаете, я так сидел и подумал. Вот паркурщики же бегают, ходят, некоторым небольшие препятствия они преодолевают с легкостью. Быстро забежать на лестницу, перескочить перила. Для них как обычное дело. Так же они могут и больше. Перепрыгнуть с крыши на крышу. Ну и в том же духе. Ну вы знаете, мы ж не дураки. Как я? А нет. Я шумный, уроди как. Хе-хе, козяв. И знаете, что я хочу сказать? Что я тоже экстремал. Ну, просто это для меня. Пройтись быстро по лесенке, пробежаться, да выйти вообще на улицу. Является большим приключением и экстримом. Ой, какой крутой. Блогер-экстремал. Крутой, спасу нет. Аж сам себе хочу отсосать. Так, не забываемся. Но если я вообще с крыши на крышу перепрыгну, или через пролет лестницы перепрыгну, я вообще буду супергероем. Да тут вообще еще круче я. Блогер-суперчеловек. Я тут чувствовал, что во мне есть что-то такое. Я на улицу выхожу, даже солнце ярче светить начинает. Сравня супермену я. Хотя тому попроще будет. Лицо кирпичом сделаю, фьюх, сквозь дом. Да, супермен крутой. Его только остановит мать-звездочка. Я хер его знает, из чего она сделана. Полюбас она крепче адаманта и ковалась болотом Тора. Ладно, я не супермен, но Человек-паук где-то вот так вот на одном уровне мы с ним. Но вы поняли, что я крутой. И это, может, у вас тоже есть какие-то там способности? Вы пишите в комментариях. Может, найдем друг друга, создадим шайку, лейку Лиги Справедливости. Лютая тема. Ну ладно, не буду отнимать у вас время, господи, не на той руке, а? Ну вот я сейчас начну опять бурду про эту подписку, лайки, комментируйте. Ребята, честно, ну от всей души, ну поставьте вы лайк. Че вам жалко, что ли? С вами был Володька Ржавый. До встречи, пока.